Привет, мои дорогие, как ваши делишки, как ваши детишки, как здоровье ваше, все хорошо у вас. Хочу передать привет Айганым Карагюль, привет большой из Турции, и также Алине, привет большой из Турции. Ну что, начнем. Сегодня хочу поесть Маломихайловский. Тут у меня, конечно, есть еще глины разные, но я их в следующем видео поем. Сделала фисташку, такую желтую. Ну, она просто супер. Цвет такой симпатичный. А вот. У меня тут оставалась чуйская. Ее надо как-то доесть, наверное. И также красная. Вот есть еще. Также торт, сок, да, прилагается. Как без этого у нас никак не получается, к сожалению. А вот, мерабалар такипчеларым, насылсыңыз. Бүгін бізді шынынке ады Маломихайловский. Сонра бұрда чуйская бар. Килоларақ бұл кызыл, кырмызы, хамда сары бар. Ама бұларны, бұлынке ады фисташка. Бұларны бүгін yemeyeceğim. Şimdi yemeyeceğim tabii ki. Sadece tebeşir yiyeceğim. Biraz çuyski ile beraber. Nasıl açayım? Запах после дождя. Просто супер. Тады. Топрах кокусу. Yeni yağmur yağıyor ya. O koku. Tam o koku. Hi my dear. Mileha. Hi. Супер. Маломихайловский последний. Там маленькие кусочки остались. Супер-супер пыльный. Тады чё гузяль. Кильбден барабер.
Ты хочешь долго поживать? Когда долго живешь, все вкусовые качества вот эти вот, вообще супер. Но будущее видео поставлю вам сюда. Вот так, да? Sonraki de bunu yiyeceğiz. В будущем видео покушаем фисташку. Но она вкусная. Я ее попробовала. Вкусная. Как пахнет, а? Для зубов такая комфортная. Так легко кусается. И вкус вкусный. Сердей. Один из мелочков, который можно есть и есть. Угу. Здесь мои. Их мы поедим. Вот с этой глинкой. Супер.
этот запах. Не устоять. Бывает же такой запах. Ну что, мои девчонки, мальчишки. Какая вкуснятина, посмотрите. Следующее видео. Такой цвет. Вообще вкусная глина. Очень вкусная. Мне сегодня немножко лучше. Вчера попила травки, сварила. Как это называется? Красные такие. Забыла русские названия практически. Забываю. Барбарис, да? Наверное. Не знаю. Вот такое красненькое, в общем. С травами какими-то все вперемешку. Заварила. Вчера выпила. Антибиотик выпила. Сегодня... Так, почти огуречек. Почти нормально. Вот. Спасибо вам за просмотр. Скучаю по вам. Общаться хочется. Ну, а пока немножко в себя приду, потом в эфир выйдем, пообщаемся. Ты еще кюредерим хэппинзе? Чок северу, эпхюрум сизе. Thank you, my dear. Еще увидимся, я думаю. Спасибочки. Так, сейчас дотянусь рукой. Дотянуться до неба. Ой, сейчас, секундочку. Все, пока-пока.